глазах Тапа прославлюем мак. Славный крепкий казак Тапа прославлюем мак. Казачья песня залихватская, вольная и в то же время лирическая. То есть на все случаи жизни, потому что казак всю свою жизнь сопровождал всегда песни и в походе, и на привале, и дома казачки всегда ждали. Всероссийский конкурс казачьей песни «Казачий круг», межрегиональный этап, проходит в Оренбурге впервые. И это результат огромной оценки деятельности вообще правительства Оренбургской области по сохранению народной казачьей культуры. На территории Оренбургской области действует около 300 самодеятельных народных казачьих коллективов. История Оренбургского казачьего войска, вдумайтесь только, ведет свое начало с середины 16 века. Эта земля действительно пропитана этой культурой и этой традицией. Удачи, успехов, и пусть победит на оренбургской земле, говорят только так, дружба. В межрегиональном этапе принимают участие творческие коллективы и солисты из 9 субъектов Российской Федерации. И нам кажется, что этот конкурс и все 3 дня, в которых вот Оренбуржье будет купаться в казачьей культуре, станут настоящим подарком не только исполнителям, но и всем жителям нашего замечательного, талантливого казачьего края.